Я счастлив, что я попал в такой замечательный период, когда для вас это год юбилейный. Но я понял сразу, когда Раду Поклитару мне говорил, что Владимир Ильич, вы приедете, вы не представляете, как там хорошо. Ну хорошо, какие хорошие номера, какие хорошие участники, какие все хорошо и все. И самое главное, что самое ценное для меня, когда он сказал, что вы увидите здесь такую атмосферу, в которой вам будет очень приятно находиться, вы отдохнете телом и душой. Так вот, тело, может быть, я и отдохнул, душой и нет, и очень рад этому, потому что я переживал, я хотел, чтобы все это было хорошо. Но я очень рад, самому главному, сбылись его слова. Действительно, атмосфера здесь удивительная. Что в этот раз представлено было большое количество участников. И некоторые работы просто замечательны тоже. Сейчас конкретно делиться какими-то своими эмоциями по поводу участников. Я просто скажу, что было очень много хорошего, очень много интересного. И та атмосфера, которая действительно на этом фестивале присутствует, это атмосфера творчества, когда люди приезжают, молодые люди, которые могут многое сделать, многое показать, многое попробовать. The level was very, very high, both artistically and technically. Я думаю, что уровень фестиваля очень-очень высок и в артистическом плане, и в техническом. It's interesting to see many different influences. There's ballet, there's modern, there's a hip-hop influence, there's a dance theater influence. Очень интересно наблюдать различные влияния различных течений и современные хореографии хип-хоп и модерн. And some of the choreographers are very skillful at threading these influences together. И некоторые хореографы справляются замечательно с слиянием этих всех течений в одно единое целое. What a shame to have to rise to something like that.
But I see a problem that I see all over the world. Но есть одна проблема, которую я заметила не только на этом фестивале, она существует везде в мире. Many choreographers need editing. Очень многие хореографы нуждаются в редакторе. And some of the brilliant pieces would be more brilliant if they were well edited. И некоторые из замечательных работ были бы еще более замечательны и чудесны, если бы над ними поработал редактор. Строители с самого начала решили дать свободу, и вот эти 20 минут, ну, откровенно говоря, конечно, не выдерживают. Мы-то с вами выдерживаем, сидим в зале и молчим. I think it's true that the shorter pieces in general were better than the longer pieces. Я думаю, что более короткие постановки, они были в общем гораздо более интересные, гораздо более состоятельные, нежели постановки, которые занимали больше времени. Und ich glaube, ein bisschen von dem Geheimnis habe ich jetzt erfahren. Nämlich, es gibt dieses Festival, was einfach eine wunderbare Plattform ist für die Leute hier, sich zu treffen und sich gegenseitig auch zu inspirieren. Ich jetzt понимаю, какое таинство я пропустила. Это ваш фестиваль, который существует уже 25 лет, и который является замечательной платформой для встречи хореографов и танцоров современного танца. Я знаю, что это конкурсы, что будут, конечно, победители и те, кто не прошел, но это ничего не значит, потому что для меня, я люблю танец с самого раннего детства, и для меня просто смотреть на то, что люди танцуют и что они делают на сцене, огромное удовольствие. Она хочет пожелать хореографам, каждый шел своим путем и не боялся никаких трудностей и никаких, не обращая ни на что внимания. Надо искать свой путь, свой почерк и свой...
thank the people that organize this festival for 25 years. It's amazing for me. Я хотела бы поблагодарить и выразить свое восхищение организаторам фестиваля, который проводит его уже в 25-й раз. Все, что здесь происходит, абсолютно чудесно. Я восхищаюсь, и для меня, как человека, прибывшего из Израиля, тематика Шагала, она восхищает. Все, что здесь происходит, оно не имеет земного притяжения, и я летаю вместе со всеми. Хочу дать совет хореографу. Вот такая вот идея. Я сейчас вот слышите, да? Смотрите. Ведь что такое музыка? Сейчас уже под музыкой понимаете любое воспроизведение звука. Это, вот у меня сейчас воспроизведение, которое я никогда не замечал. Там с немецкого на этот шепот, здесь, значит, на английский, с этого, с русского на английский. И у меня и какой-то, и уже теряешь. Я уже даже не слышу. У меня там... записать и на это поставить номер. Вот такой, который будет называться либо пресс-конференция, либо что-то такое. Блеск просто. Вот это новое слово.